Друзья, всем привет! Сегодня будем делать пристройку к таунхаусу на монолитной плите, плюс открытая часть будет на винтовых сваях. Проект, конечно же, есть, как обычно, суперский. Вот так вот он выглядит. Примерно объясню. В эту сторону уйдет на 5,5 метров, по ширине тоже будет примерно 5,5 метров. К соседям нельзя вплотную делать, поэтому здесь будут такие небольшие коридорчики по бокам. Монолитная плита, частично сваи, вот открытая часть, которая будет вот по этой стороне, поставим на сваи, плита будет утепленная. Весь процесс покажем, как заармировать, какая подушка будет, фундамент сразу же будем утеплять, потом, значит, крыша будет металлочерепица. Вот здесь вот вырежем полный проход, будет полный, ну, объединим кухню, такая объединенная закрытая часть, там двери, окна, все поставим, все расскажем. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Давайте начинать. Первым делом, что нужно будет сделать. Во-первых, значит, смотрите, вот в этом помещении будет демонтаж стяжки. Вообще демонтаж плитки, демонтаж стяжки. Здесь будет водяной теплый пол сделан. Как здесь, так и в пристройке. Вообще в идеале сделать, конечно, фундамент точно такой же, но по высоте. Но у нас нулевая точка пока окончательно неизвестна. Потому что неизвестно, насколько будет демонтироваться стяжка, какая высота вот этого пола. Поэтому мы пока придерживаемся плана, что вот этот фундамент у нас будет заведомо ниже. Отобьем сейчас высоту. Сделаем разметку. Коли такие забьем, просто наметим. И выроем немножко больше по периметру. Это сделать нужно для того, чтобы мы утеплим. То есть, вот, к примеру, фундамент у нас вот здесь закончится. Мы еще на полметра специально утепляем, чтобы земля не промерзала, чтобы не пучило фундамент. Также это нужно для подушки и для дренажа. Ну, в общем, сейчас все увидите. Сейчас выравниваем подушку. Каким образом? Это самый простой вариант сделать. То есть мы поставили лазерный уровень уже изначально под нулевую метку с учетом толщины правила. Теперь вот выставляем правило, подсыпали тут на один конец песка, вот по лазеру, видите, красная линия, и на другой конец то же самое, видите, по лазеру он там стоит, дает луч. Вот такие, ну, просто на горки из песка. Теперь подсыпаем чуть-чуть выше, с одной стороны правила, с другой. Потом передвигаем его на 2 метра, то же самое на глаз подсыпаем, с одной стороны и с другой. И все. И таким образом быстро выравниваем всю подушку, потом будем утеплять. Потом вибротрамбовкой пройдемся, потом утеплим пеноплексом.
Так, друзья, расскажу, что здесь происходило. Значит, смотрите, первым делом мы сняли плодородный грунт. Здесь уже до этого, когда устроились вот эти дома, здесь уже была выборка грунта, отсыпка была сделана, и потом сверху засыпали плодородной землей. Поэтому, соответственно, здесь какая ситуация получилась, что мы сняли вот именно этот верхний слой плодородного грунта, он там примерно сантиметров 15 был, и дальше уже под этим грунтом была уже подушка из песка отсыпана. То есть, соответственно, ну, было немножко щебня просыпано, и потом уже полноценная подушка из песка была. Она примерно была где-то сантиметров 40 в глубину, лопатой копнули в нескольких местах. То есть, соответственно, у нас уже вот эта вот вся часть, практически вся, ну, не считая вот этого небольшого маленького кусочка, была уже отсыпана. Соответственно, не было никакого смысла еще глубже отрывать и отсыпать песком. Поэтому мы здесь как бы планировали полметра изначально снимать, но сняли сантиметров 30, ну, выровняли своим уже песком, вот завезли кучу, отравняли просто уровень по правилу и уже начали утеплять. Утепляли мы, значит, это вот, это пенопласт, пеноплекс субдированный, 50 миллиметров. Дальше мы поселили пленку. Эта пленка, чего она делается? На самом деле пеноплекс воду не пропускает, но из-за того, что достаточно много стыков, которые мы проклеивали клеем, просто чтобы подстраховаться, чтобы не было того, что вода в некоторых вот соединениях, сейчас, грубо говоря, покажу, видите, вот здесь вот все стыки двух листов, мы их пропенили. Но мало ли, где-то будет неплотно или еще что-то, поэтому мы еще сделали пленку и завернули ее вот на борта, здесь по всей стороне, просто чтобы отсечь воду от фундамента. Еще расскажу вот про пеноплекс, очень часто его все покупают, берут и используют. Но почему-то никто не рассказывает про то, что он очень кривой. То есть у него размеры как геометрические по форме не совпадают, так и он вот получается вот такими вот дугами в середине выгнут. Поэтому имейте в виду, что даже если вы когда сделали подушку все в уровень, вот мы даже делали по лазеру, по правилу, там практически по 2 миллиметра у нас были перепады, это что достаточно ровно для такой подушки. Когда мы стелим пеноплекс, он все равно вот так вот гуляет. То есть мы на него наступаем, и он вот так вот пружинит. И это, судя по всему, нормальная ситуация, потому что именно сам материал кривой. И у вас еще будут расходиться стыки. То есть вы начинаете, первый ряд положили, второй ряд положили. Дальше вы начинаете следующий пеноплекс, ложите в третий, четвертый. И получается, что у вас стыки, шла-шла-шла линия, потом раз, скачок. Дальше пошло, раз, скачок. То есть эта ситуация тоже нормальная, не пугайтесь, даже не расстраивайтесь по этому поводу, так и должно быть, потому что просто материал кривой. Значит, дальше что мы делаем? Мы вяжем арматуру. Арматура у нас десятка. Делал бы я для себя, я бы взял восьмерку, шаг у нас 200. Также делал бы для себя, делал бы шаг 300. Но здесь делаем для заказчика, поэтому как бы не экономим. И вяжем в два ряда, то есть вот здесь вот делаем такие лягушки, проставки, вяжем, поднимаем. В общем, два ряда арматурного каркаса. А еще какой момент, значит, ну, сейчас чуть-чуть в дальнейшем покажу. Будем потом уже подставлять вот такие вот проставки вниз. Они будут подставляться, это чтобы нижний ряд арматуры не лежал, ну, не на земле, не на утеплителе, а под ним был защитный слой бетона. Палубка у нас как таковой нету, она у нас сделана сразу же из утеплителя. Вниз мы приклеивали. На саморезе фиксировали. Ну, это, в принципе, временное явление, чтобы просто оно никуда не съезжало. Клей достаточно хорошо держит. Именно клей покупали тоже для пеноплекса. И вот по бортам отсыпали песком. То есть у нас уровень земли. Ну, здесь вообще почему плита делается? Потому что у нас очень низко вот эта вот часть. То есть мы могли бы здесь и сваи сделать. То есть частично-то у нас она будет на сваях. Вот там дальше пристройка, открытая вся часть, которая здесь будет, она будет на сваях, но из-за того, что очень высоко земля, вообще грунт и очень низко дверь установлена, поэтому, ну, было принято решение, что делаем здесь и плиту, и сваи.
Еще вам забыл сказать про один очень важный момент. То есть обратите внимание, что мы вот по периметру этого всего контура, да, откапывали землю больше, то есть площадь расширяли по сторонам и утепляли, ну, границы гораздо больше, чем у нас фундамент сделан. То есть вот так вот у нас все утеплено. Здесь вот тоже проложен пеноплекс. То есть почему это нужно сделать? Это мы боремся с морозным пучением, потому что зимой, чтобы не подмерзал под фундамент и не выпучивало, нужно утеплять еще землю вперед. То есть должна быть отмостка вот эта вот вся по периметру утеплена. Здесь нам повезло, что у нас вот здесь вот тоже утепленная часть, потому что здесь сосед строил пристройку и заборы. Забор, кстати, тоже стоит на утеплителе. И с этой стороны то же самое. Здесь вот сделана пристройка утепленная, и забор тоже сделан с утеплением. То есть мы просто максимально вплотную завели утеплитель. Залили бетон, при заливке его вибрировали глубинным вибратором. Тут какая рекомендация? Сильно не вибрируйте, потому что если долго вибрировать, то щебень опускается вниз, а раствор остается сверху. Это нежелательно, поэтому так, без усердия. Потом дальше не рассказал вам вот эту всю часть, как мы крепились к самому дому. Здесь остался пенопласт, который был уже утеплен от застройщика. Мы просто пробурили буром некоторое расстояние в бетон, сантиметров там 10, ну 10 в пенопласт, 10 в бетон, под разными углами вбили арматуры. То есть у нас, грубо говоря, как ежик такой сделан под разными углами, тут штук 15 арматур вбурили, ну, штук 20 даже. Вот так вот под разными углами связали ее с основной сеткой арматурного каркаса вот на этой плите. Дальше здесь, видите, пролили все водой обязательно и накрыли пленкой. Это нужно, чтобы вода, чтобы сейчас жарко на улице. Бетон первое время очень любит воду, поэтому нужно его прям поливать. Вот оставили здесь шланг, вот этот вот. Тут раз в день нужно включать и добавлять вот воды, чтобы бетон был в воде, чтобы не было этих усадочных трещин на поверхности фундамента. Ну, они, может быть, и будут, но совсем минимальное количество. Всегда старайтесь заказывать бетон на заводе, потому что он будет гораздо лучшего качества, чем вы сделаете это сами. И еще момент. Хочу вам объяснить, что почему-то никто не учитывает, но даже в некоторых, там, дальше в большинстве случаев, заказать бетон это будет дешевле, потому что все думают, что если вы закажете, к примеру, один куб песка, один куб щебня и один куб цемента, ну это я так грубо говорю, чтобы вы поняли, то у вас получится 3 куба бетона. На самом деле так не получится, потому что готовой смеси получится гораздо меньше. Это из-за того, что между щебнем, ну, щебень же не плотно друг к другу, между щебнем будет внутри него, так скажем, песок, между песка будет, в общем, цемент, и получится так, что вам нужно там процентов, наверное, на 40, больше, чтобы, ну, сделать один куб готового бетона, нужно процентов на 40 больше всех ингредиентов, поэтому это вот этот момент мало кто учитывает, и получается, что на круг, если еще мы учитываем, что нужно это все замешивать и тратить большое количество времени на работу, то получается, что заказать бетон это будет и быстрее, и дешевле, и качественнее. Что немаловажно, это намного качественнее, чем вы делаете сами, потому что вы товарный бетон такой же по характеристикам сами никогда не сделаете. Поэтому при любой вообще возможности заказывайте бетон на заводе. А вот эти вот штыри у нас остались, это мы будем выставлять уже каркас, и уже к этим штырям просто их потом загнем, и у нас, ну, типа анкеров, чтобы шпильки не пробуривать, чтобы анкера не забуривать, уже будем крепить лежни досок, ну, лежни стен уже к этим штырям. Мы их потом под уровень подрежем, сколько нам надо будет, но это уже в дальнейших сериях увидите. Подписывайтесь на канал, если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте. До новых встреч!